Для глинтвейна. Гвозди поглинтвейнать. Я вроде хочу поиграть, а вроде не хочу. Лень, даже не так. Я хочу играть, но мне лень было. Как так? Ну, лень. Лень на кнопки жмакать. Лень. Да, ну, не знаю, может просто надо чаще перезаходить. Ага. Надеюсь, его никто не убьет. Нет, его никто не убьет. Ты только. Видишь, что-то звук. Музыка. Музыка пропала. Сейчас до следующей сохранки и перезайдешь. Не то чтобы перед этим попробую это перезагрузить, ну, именно просто в игре выйти в главное меню и... Да просто кукарик, ну ладно, хотя да. Так, ну вот я здесь кого-то убил, еще. Ну откуда он пришел, туда иди. Только что он перестал. Наверное. Открой карту. Ну вон, видишь, куда тебе? Ну вот я оттуда. Туда как раз ходил. Может, я что-то у него взял? Эту кота.
Обычная реликвия дома Эгуток. Это год. Благородного семейства занимаешься магией. Попродайте этот предмет, достигнуть и получите награду. Лучше так не делать. Как? Ты хочешь, чтобы меня, короче, парализовало гортань? А, вот она, дверь была, я что-то дверь не увидел. Я, наверное, тогда без голоса поиграю, что ли? Говорю, без голоса тогда поиграть. Да, чё, не то чтобы музыки, а просто части звуков нет. Вернее, они есть, но они какие-то такие непонятные, приглушенные какие-то. А? Ну да, я так сейчас. Я пока просто из игры еще не вышел, чтобы... Ладно, выйду из игры.
To go alone. This is no place for a horse. Thank you.
This is no place for us. From dust, I am reborn. Yes.
you wish. As you command. Yes.
have no time for the likes of you, horsemen. I hear the pleas of the dead, not the damned. And what are the pleas of your lord? I serve him even now, though he would reward my efforts with eternal torment. You did leave the eternal throne. Even here, there are souls lost, waiting to be judged and sent into the city of the dead. I have heard three such spirits wandering the corridors. Find them and bring them back to me. Once I have cleansed them of their past, I will hear what troubles the Lord of Bones. Thank you.
unless you truly live. Yes.
Ugh!